Сегодня в Карачаевске прошло традиционное августовское совещание работников системы образования Карачаево-Черкесии. Для более детального обсуждения актуальных вопросов региональной системы образования в работе площадке педагогов принял участие и глава республики Рашид Тимрезов. Подробнее Ахмат Халкечев. Рабочую часть встречи предварили гимнами России, Карачаево-Черкесии и торжественным занесением государственных флагов страны и республики. Вначале Рашид Тимрезов поздравил всех собравшихся с Днем флага России. Затем глава республики отметил, что школы региона уже начали работать по единым федеральным программам. Также с 1 сентября текущего года во всех школах начнется изучение новых учебных предметов. Основы безопасности и защита Родины, труд и семейведение. Новые дисциплины призваны формировать у подрастающего поколения целостного отношения к семье, самореализации и к своей стране, подчеркнул Рашид Тимрезов. Сегодня уже все наши школьники, учителя, родители хорошо знакомы с проектами «Разговоры о важном» и «Россия – мои горизонты». Все это делается для того, чтобы дети не заучивали факты, даты, понятия, а по-новому взглянули на мир, который их окружает, познакомились со своими современниками, участниками СВО, а также культурным богатством и традицией нашей великой страны. Глава республики также отметил важную роль формирования единого воспитательного пространства и поведал о том, что совсем недавно республика получила обновленные учебники по истории для 10 классов. По инициативе глав субъектов Северо-Кавказского федерального округа учебник был переиздан, и в нем теперь объективно изложены исторические факты, в том числе касающиеся депортации карачаевского народа. Я хочу поблагодарить министра просвещения Российской Федерации Сергея Сергеевича Краснова за его личную поддержку в этом вопросе, а также за его помощь в развитии системы образования нашей республики. Одним из приоритетных направлений глава Карачаево-Черкесии обозначил совершенствование образовательной инфраструктуры. Сейчас в республике активно идет строительство сразу нескольких новых школ. К началу предстоящего учебного года откроется новая школа на 960 мест в селе Учкикен. А до конца текущего года будут достроены школы в аулах Адыгыхабль, Хабес, Станица Кардоникская и в городе Черкесске общей мощностью на 1500 мест. Также в регионе реализуется программа по капитальному ремонту общеобразовательных учреждений. Уже отремонтировано 47 школ. В этом году начаты работы еще в 15. К концу 2025 года будут капитально отремонтированы 62 школы республики. Ну и, конечно, в работе совещания был запланирован приятный момент. Педагогам, посвятившим большую часть своей жизни делу обучения и воспитания подрастающего поколения, глава республики присвоил почетное звание «Заслуженный учитель Карачаево-Черкесии». Конечно, это особая честь. И я сегодня горда тем, что я получила эту награду и благодарна всем за высокую оценку моей работы. Сегодняшняя награда будет мне, например, напоминать о тех нелегких, но замечательных минутах, которые привели меня к этому успеху. Особые слова благодарности Рашид Тимрезов адресовал учителям, активам родительских комитетов и учащимся, оказывающим поддержки нашим бойцам, находящимся в зоне СВО. Также он подчеркнул, что ключевое место в структуре нового единого воспитательного пространства должна занимать патриотическая работа с молодежью. Ахмат Халкечев, Виктория Карпенко, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск.